Привет всем! Это канал «Готовить просто». Сегодня будем готовить вот такой красивенный праздничный свадебный торт. Этот торт состоит из 6 тортиков, в общем, 5 таких небольших и один побольше. Значит, я расскажу, как я его делала, покажу, как я украшала живыми цветами. Ну, в общем, начинаем! Сегодня мы готовим торт, такой праздничный торт на 50-60 человек, можно на свадьбу, можно на какой-то торжественный праздник, типа как годовщины, как вот сегодня у нас. Значит, сколько я пеку таких тортов? Давайте начнем вообще просто с количества. Значит, посмотрите просто на этот стол. Здесь у меня вот 3 тортика маленькие, 10 сантиметров в диаметре, 4 торта по 20 сантиметров в диаметре и один большой 28 сантиметров в диаметре. Это на количество 50-60 человек. Значит, какие торты вы можете использовать? Ну, начну с того, что у меня на канале много рецептов тортов. Я оставлю ссылку под видео на плейлист по тортам, и вы можете практически любые торты использовать, печь. Там в основном они все даны в диаметре 20 сантиметров. Как раз будет идеально. Здесь у меня сегодня верхний — это сметанник. Обычный сметанник, который есть у меня на канале. Значит, 2 праги. И здесь у меня красный бархат, и здесь у меня красный бархат. То есть такие микс ассорти тортов, чтобы было вкусно и разнообразно. Хотя можно печь один вариант тортов на весь торт. Значит, можно не печь определенный какой-то торт. У меня на канале есть торт, называется шоколадный торт на раз, два, три. Вот такой выпекается в мультиварке или в обычной духовке. Выпекается вот такой вот бисквит, очень вкусный. Вернее, это не бисквит, это такой мокрый корж. Он не требует пропитки, нужно только перемазать его кремом. Значит, я сейчас разрежу, покажу, какой он получается внутри. На канале он у меня тоже есть, ссылка под видео я оставлю. Я просто покажу вам, как на, ну, как бы в основу любого коржа, как бы бисквитного или вот такого на раз, два, три, потому что это не бисквит. Он влажный, шоколадный, вкусный, вот такой вот корж получается. Я разрежу его на две части и перемажу кремом. Значит, какие крема я рекомендую использовать для таких вкусных торжественных тортов? Смотрите, вот у меня крем. Вы посмотрите, какой он воздушный. Видите, сколько пузырьков. Это шоколадный крем на основе ганаш. Затягивать торт мы тоже будем ганашом, или как ганашем, не знаю, как правильно. Ну, в общем, тоже ганаш, только который под мастику для обтяжки тортов. Вообще, существует 3 вида крема ганаш. Вот так. Значит, ганаш-крем. Вот это вот он. Пузырчатый, красивый, это именно крем в сам торт, как прослойка. Существует ганаш, которым мы обтягиваем торт, вот как вот этот у меня беленький, под мастику. Он тоже может быть с разными видами шоколада. И существует ганаш просто для покрытия торта, как помадка. Сверху для домашних или там не домашних тортов. Ну, в общем, сейчас разрезаем. И как сформировать из крема, из спекшегося тортика, вот такого бисквитика, вот такой красивый торт. Чтобы высоту торт был 10 сантиметров, вам понадобится 3 коржа или 2 широких, как у меня. Значит, обычно я делаю так, если у меня корж не очень высокий, тут что такой высокий корж, я его использую один. Если корж не высокий, тогда пеку 2 тортика, использую 3, а четвертый корж просто так съедаем дома. Ну, в общем, хорошо, перемазываем. Посмотрите, какой он внутри получается, влажный, какая структура. А пахнет он шоколадом, вообще такой именно шоколадный-шоколадный. Так как это влажный торт, называется, напомню еще раз, шоколадный торт на раз, два, три, значит, я ничем не буду пропитывать такой торт, я просто буду промазывать. Значит, успеть сделать такой торт и сколько по времени вообще делаются такие торты, вот как свадебные, как вот на 50 человек. Значит, я делаю приблизительно 2 дня. Вчера я пекла все коржи, и чтобы остались они на второй день не засохли, я каждый корж заворачиваю после того, как он остывает, в пищевую пленку. И он у меня очень мягкий остается, вот как вот сегодня я развернула его с пищевой пленки, и он мягкий-мягкий. На второй день я все это дело промазываю и уже обтягиваю мастикой. Ну и третий день — это праздничный день.
Если это живые цветы, как у нас сегодня, то декорировать я буду прямо там на празднике. Хочу сказать один такой секрет. Так как это шоколадный крем, я намазываю корж практически до краев. Если вы будете использовать какой-то другой торт, например, крем в самом торте здесь будет сметаной, тогда где-то полтора или сантиметр от края, вот так вот, не доходен кремом. Вот тут будет сметаной, а по краю придется перемазать его либо вот таким шоколадным, либо масляным. Потому что мастика, она накладывается сверху только на масляные или шоколадные крема, как вот у нас сейчас. И если сметана выйдет у вас с краев, то мастика может поплыть, такое тоже может быть. Поэтому, так как сегодня шоколадный крем, до краев. Сверху накладываем вторым коржем. Излишки крема вот так вот ножом или лопаточкой убираем, так как это шоколадный крем, в принципе, им же можно и замазать вот эти вот все края. Но, так как у нас белая мастика будет, то я использую белый ганаш сверху. Значит, такой ганаш тоже есть у меня на канале, вы сможете посмотреть. Сейчас он уже остывший, я сейчас его буду взбивать, потому что готовится он в несколько этапов. Прикладываем крем, посмотрите, какой вот он тягучий получается, чтобы он был более такой, знаете, воздушный в работе. Ой, не ту лопаточку взяла, сейчас надо взять лопатку. Так, нам его нужно взбить. Как готовить такой крем для обтяжки тортов, тоже есть у меня на канале. Просто долго рассказывать, и в одном видео получится тогда двухчасовое видео, если я буду рассказывать про каждый крем. Шоколадный, вкусный, и тоже повторюсь, можно с любым шоколадом его готовить. Так, после того, как мы взбиваем такой крем, посмотрите, вот здесь у меня на ложке крем, когда я только его закладывала в миксер. Теперь посмотрите, какой он на крем прям похож, он посветлел. Такой вот, во-первых, он стал более воздушный, нежный. Так, готовила я его из белого шоколада. Вот обычно в магазинах тяжело найти обычный белый шоколад. Поэтому я использую пористый, и всегда получается очень хорошо. Поэтому я думаю, пористый белый шоколад можно найти везде. Так, хорошо, теперь как дальше будем собирать торт? Удобно использовать вот такие вот подставки под торты, они уже продаются готовые. Выбираешь под диаметр, и я даже потом не снимаю торт с этой подложки. Я так и складываю ярус на ярус, если он не очень тяжелый. Хорошо, отправляем сюда весь торт. Так, стоп, вначале берем немного крема, чтобы сам торт не ерзал по подложке. Я делаю вот так. Вообще у меня есть на канале видео, как сделать торт и свадебный, и какой-то красивый, и разные нюансы, они повторяются. И иногда одинаково, ну вот вы, может быть, уже видели такого плана, как я делаю. Так, берем торт, как перекладываю? Беру лопаточку деревянную, оба, и вот так вот перекладываю. Чтобы торт выровнять идеально ровно, я использую вот такие разные шпательки. Они продаются в интернет-магазинах для кондитеров. Поищите у себя в городе. Так, перекладываем крем сюда. Начинаю я с боков. Сначала я беру немного крема и вот так вот наношу на бока. Значит, посмотрите сюда. Видите, вот здесь вот расстояние между тортом и подложкой. Его нужно заполнить, потому что не у всех получается, и есть такие формочки, и не всегда получается идеально вот такой ровный бисквит. Я всегда его выравниваю зрительно, поэтому я беру крем и делаю вот так. Так, теперь шпательком ставим его вот на саму подложку. Удобно использовать вот такие крутящиеся подставки под торты, потому что очень-очень с ними удобно. Значит, подставляем шпатель прям вот так вот к торту и крутим саму подставку. Ну или проводим рукой. Так, ну в общем, навыки маляра штукатура тут очень пригодятся, если у вас они есть. Значит, главное, чтобы было ровно. Поэтому лучше делать медленно, медленно, но зато качественно. Так, распределяем еще крем. Теперь посмотрите, наверх, видите, между стыком, между боком и верхом. Тут тоже сглаженный такой угол, а мне нужно сделать его более ровнее. Поэтому распределяю крем сюда и опять буду выравнивать. Вообще хочу сказать, если вы делаете первый раз, может не всегда, вот знаете, идеально ровно получаться. Только потому, что просто навыка нет. Я когда делала первый раз, у меня тоже было косо, криво. Я не могу сказать, что я прям ас в оформлении тортов,
Ну вот как я могу делать дома, вот какими-то вот секретами я с вами делюсь. Итак, проходим еще раз вот так вот по краю, а теперь по верху. Значит, вот так вот ровно в разные стороны, так как шпатель широкий и ровный, берите вот такие широкие шпателя, ими удобнее всего. Проворачиваем саму подставочку, и она нам помогает выравнивать торт. Смотрите, крем расходится по краям. Обязательно смотрите в плоскость, чтобы у вас был ровный вот так вот вверх. Потому что сверху не всегда видно, ровно ты делаешь или нет. Так, центр мы выровняли, теперь выравниваем бока. Опять шпатель ставим сбоку и вот так вот проводим. И еще раз край. Ну, во-первых, край немножечко я вот так вот сглаживаю ножом. Так. И теперь смотрю опять вот так вот в плоскость, где мне не хватает крема, вот с той стороны, и буду докладывать. Получился более-менее ровный торт. Значит, теперь его нужно убрать в холодильник где-то на полчаса, можно на час, чтобы вся конструкция застыла, и мы могли это все покрыть мастикой. Мастику можно использовать покупную или готовить самому. Покупную гораздо дороже, но красивее. Она такая гладкая, однородная, как ткань получается. Если вы делаете мастику сами из машмелланса, тогда она чуть-чуть зернистая. Но это хороший вариант, если и так торт выходит, грубо говоря, не дешевый. А если еще покупать мастику, это приличная сумма сверху накладывается. Поэтому можно взять самим. Как сделать мастику, тоже можете найти у меня на канале. Надеюсь, я уже выложу это видео, потому что собираюсь выложить, как сделать мастику самому. Хорошо, сегодня я использую самодельную мастику. Ну, такой торт получается габаритный, и используем самодельную мастику. Хотя можно сделать так, можно сделать основу торта, вот все затонуть самодельной мастикой, а сверху кое-что сделать, какие-то элементы из покупной мастики. Тогда общий вид торта тоже будет красивее, вот эта зернистость кое-где прикроется. Еще хочу сказать, что сегодня я буду использовать обычную ленту, такую вот, как это... фурнитурную. Вот в фурнитуре я куплю ленту красивую под оттенок цветов. И мы будем украшать живыми цветами. Но, во-первых, это гораздо быстрее. Во-вторых, это всегда беспроигрышный вариант. То есть живые цветы — это всегда вау. Вот. И не надо там ничего лепить. Поэтому достаточно просто научиться сделать вот такие основы для тортов, чтобы затянуть их мастикой. Еще хочу сказать, когда будете выбирать мастику, сразу продумайте, как вы хотите, чтобы у вас в итоге была композиция торта. Потому что нельзя купить мастику, а потом думать, что же я хочу делать. Поэтому сначала подумайте, что вы хотите видеть в конечном результате, а потом подбирайте цвет. Торт постоял в холодильнике где-то приблизительно часа два. Застыл полностью крем по краям, по бокам, везде полностью. Теперь будем обтягивать крем мастикой. Значит, если у вас не очень хорошо ровно выровнен торт, то мастику нужно раскатывать не тонко. У меня достаточно ровно выровнен торт, поэтому я буду раскатывать приблизительно 2-3 мм. Но если у вас не получилось идеально выровнять торт, до полусантиметра вы можете раскатать мастику, чтобы перекрыть все нюансы. Перекладываем мастику на руки, так удобнее всего, видите, как ткань. И сверху кладем на торт. Руками выравниваем края. У меня есть вот такой вот шпателек, им удобно выравнивать вот так вверх и помогать сделать край. Если вы не докатали мастику, то ее можно немного подтянуть. Она хорошо тянется под собственным весом. Значит, начинаем с того края, который уже сделан. Немножечко оттягиваем, вот так, опуская ее вниз. Когда обрезаете край, никогда не обрезайте впритык,
потому что мастика имеет свойство подниматься вверх, как бы подпрыгивать. Поэтому я отступаю, видите, всегда вот такой небольшой кант, край. Вот видите, вот так вот где-то. И вот так вот и режу. Когда убрали все края, еще раз проходимся вот так шпательком, ну или руками. Удобнее, конечно, использовать вот такой шпатель, потому что утюжок, вернее, потому что руками так не выровняешь. Хочу обратить ваше внимание, здесь я использовала самодельную мастику из Marshmallows. Посмотрите, она немного зернистая. Мастика, которая производство делает ее не дома, она однородная, как ткань. У меня произошел небольшой казус, хочу обратить ваше внимание, чтобы вы не повторили мои ошибки. Значит, я всегда беру проверенный маршмеллоу, а в этот раз взяла пару пачек непроверенного. И посмотрите, здесь она вообще такая зернистая, и прям видно, что вот она не совсем однородная. Я ее долго вымешивала и старалась что-то из нее слепить, но по качеству сам маршмеллоу был плохой. Вот взяла непроверенную фирму, и вот посмотрите, разница, два торта рядом стоят, а и разница очевидная. Я не знаю, видно ли вам в камере, но мне реально видно. Поэтому сначала покупайте Marshmallows, одну пачку пробуйте, делайте, а потом выбирайте, какой лучше, чтобы не получилось так. Зачастую я использую покупную мастику, она красивая, но торты с такой мастикой выходят дорого, потому что мастика дорогая. Сегодня у нас торт на 50 человек, и мы делаем вот таких вот в 20 сантиметров в диаметре 5 тортиков и один 28 сантиметров в диаметре. Поэтому, так как торт, грубо говоря, для своих, мы решили сэкономить. Я сейчас расскажу, как мы сэкономили, и где-то в 3 раза нам мастика вышла дешевле. Сейчас расскажу, что мы сделали, возможно, это пригодится вам. На все торты, которые я готовила, покупная мастика обошлась бы приблизительно в $25. Но я так говорю в долларов, чтобы каждый перевел себе в денежную единицу, по которой будет покупать. А самодельная мастика обошлась $7, ну как бы в 3 раза практически дешевле. Но хочется иногда, чтобы вид был очень красивый. Значит, я, как я сделала в этот раз? Значит, тем более, что вот такая у нас получилась небольшая лажа с самодельной мастикой по цвету. Она, мало того, что она немножко неоднородная, она еще, знаете, цвет не совсем белый. Вот сам маршмеллоу был белый, а когда мы сделали из него мастику, немного он потускнел. Значит, как я выкручивалась в этой ситуации? Ну, во-первых, хочу сказать, что это торт для своих, и клиент, так сказать, был не против. Поверх мастики, которую я делала сама, мы купили килограмм мастики покупной и сделали вот буквально, смотрите, хочу вам показать, видите, тут кант обрезной, и добавили ее вот сюда вот поверху. Здесь у нас будут цветы, они перекроют, и таким образом у вас будет и красивый белый торт с однородной такой мастикой, и тут будут цветы, они закроют всякие огрехи. Я подумала, что так реально можно сэкономить, даже в следующий раз, если я буду там себе делать торт, предположим, сначала обтягивать самодельной мастикой, чтобы он уже был идеальный, красивый, ровный, а сверху пускать кусок красивой мастики и уже декорировать цветами или лентами. Так намного дешевле получается существенно, потому что продукты дорогие сейчас, и цветы на торт тоже дорого. А таким образом на мастике мы много экономим. Таким образом, покупной мастикой мы закрыли края, которые будут видны. И на все торты у меня ушло кило 300 мастики. Я раскатывала ее тонко, потому что уже торт выровнен. Значит, как мы украшали? Как вариант, мы купили обычную фурнитурную ленту, так как цветы у нас будут на празднике с такие кремовые с персиковым отливом. Значит, я купила ленту, и мы задекорировали лентой. Ну, во-первых, перехода не видно, особенно на верхнем корже, потому что мы делали всего лишь край вот такую, край белой мастики. Значит, сейчас я покажу, как мы крепили вот эту ленту. И отдельно мы сделали бантик. Посмотрите, Дим, сними здесь внутри, вот как мы крепили зубочисткой. Вот здесь просто прикрепили бант в сам торт. Так очень удобно, зубочистка, это, ну, как бы не вредно, это дерево. И таким образом оно все держится. Сам торт невысокий, поэтому я ставила ярус на ярус и ничем не закрепляла. Точно так повезу в машине, просто на руках. Значит, как я закрепила ленту?
Вот таким образом просто зубочистками пополам разламываете зубочистку и крепите. А здесь будет цветок. Таким образом он закроет вот этот край. Можно больше, можно ближе сделать ленту. Просто у меня уже не хватило, этот был последний кусочек. Вот, и здесь будет цветок, будет очень красиво. Сейчас я покажу, вот у меня остались еще два кусочка белой мастики. Сейчас я покажу, как мы сделаем здесь такой красивый белый верх, чтобы не было видно вот этой вот мастики. Все неровности или порывы, которые у вас могут получиться, все можно декорировать цветами или лентой. И продумайте изначально, какую цветовую композицию мастики и ленты и цветов вы будете делать. Один из тортов у нас будет именно такого кремово-персикового цвета. Вокруг него мы тоже пустим ленту. Так он будет существенно отличаться, но это очень красиво, потому что у нас цветы есть вот с таким персиковым отливом. И лента у нас такая ярко выраженная. Поэтому один торт из всех отдельно стоящий тоже будет обтянут, вернее он уже обтянут вот такой вот чуть-чуть мастикой, как кремового цвета. Тоже будет цветок, поэтому вот это все закроется. Посмотрите, как ровно, красиво получилось. Так, теперь раскатываем белую мастику. Сейчас я покажу, как я выкручивалась из ситуации, что у нас получилась такая слишком зернистая мастика. Так, раскатываем. Причем раскатывала я ее тонко, чтобы 1,5 кг у меня хватило на, так сказать, закрыть огрехи на весь торт. Так, раскатали тонко. В принципе, вот так можно использовать, но у меня дома есть вот такой коврик. Кстати, вы можете тоже купить. Посмотрите, он такой вот текстурный, красивый. Здесь такой нейтральный орнамент. Когда раскатали, вот перекладываем кусок мастики сюда. Так, чтобы не было нигде никаких складочек. И еще раз прокатываем скалкой. Смачиваем ее водой. Я беру кисточку и просто обычной водой немного смочить, чтобы она прилипла. Так, приподнимаем. Смотрите, вот такая она получается. И накрываем сверху. Так, таким образом тонкой мастики, когда она покатана очень тонко, мы накладываем ее уже на ровный, идеальный торт. Получается красиво и гораздо дешевле, чем обтягивать мастикой покупной, потому что ее нужно тогда катать толще раза в 3, иначе она не перекроет все огрехи и у вас будет явно выраженные дефекты на торте. Обрезаем лишний край с припуском немножко и сверху покрываем лентой. Теперь украшать будем и собирать торт, украшать будем цветами уже непосредственно на празднике. Теперь будем декорировать живыми цветами. Но, во-первых, хочу сказать, составляем из цветов небольшие букетики цветов, чтобы они по высоте подходили к торту. Значит, вот такую высоту выбрала я. Значит, буду крепить в центр. Значит, я связала букетик и обтянула его фольгой. Так удобнее всего, и фольга пищевая как раз нормально в соприкосновении с тортами. Значит, у меня цветы подобраны по композиции с лентами, поэтому учтите это, когда будете делать. Значит, ножом в центре я делаю крестообразный надрез, чтобы вставить цветы. Значит, вы можете декорировать по кругу, как хотите. Можете сделать несколько букетиков цветов, чтобы вставить, например, в каком-то порядке тоже в торт. Но мы делали вот таким образом, потому что цветы как бы тоже не дешевые, поэтому купили, возможно, небольшое количество цветов, чтобы у нас вот так получилось, и в центре каждого тортика оставляли букетик. Ну, в общем, вот такая красота у нас получилась. Отдельно рядом мы тоже поставили живые цветы, и была такая красивая композиция. Но вы можете декорировать цветами, как вам нравится, причем любыми цветами. Живые цветы – это всегда беспроигрышный вариант. Значит, этот торт в разрезе шоколадный на раз, два, три, который мы делали.
Вот это у меня такого синего цвета. Я делала эксперимент и делала красный бархат синего цвета. Значит, здесь была Прага, и это красный бархат классического красного цвета. Получилось очень вкусно, и даже с синим красителем было изумительно. Я не добавляла какао в этот раз, а просто добавила синего красителя. В общем, как эксперимент тоже удался. Получилось вкусно, необычно, и даже немножко по структуре отличался от классического красного бархата. Ну, в общем, вот такой я делала торт. Надеюсь, что вы возьмете для себя какие-то нюансы. Если вы будете делать торт сами дома, что-то вы обязательно найдете полезное в моем видео. Я, конечно, не супер кондитер-декоратор, но то, что умею, чему научилась, делюсь с вами. Ну, в общем, вот такое видео у нас было. Подписывайтесь на канал. Пока!